Рыбоходникам всем привет! Сегодня мы вырвались на рыбалку, на жерличную снасть. Вот, сейчас находимся в такой небольшой речушке, называется Черная. Вот, сейчас уже установили 19 жерлиц. Приехали четвером, вот с напарниками. Я, значит, на своей мотособачке, которая меня реально стала выручать. Хорошо идет по сугробам. И на снегоходе Буран приехали. Надеюсь, мы уже без рыбы отсюда не уедем. Толкать будем сейчас. Раз! Да не садись! Там надо что-то сделать, сука. Ну снег протоптается. Ну а после такой каталки и такой рыбалки мы приехали на дачу. Будем сейчас топить баню. Ну вот мы прибыли на дачу попариться в баньке и пожарить щуку, которую поймали. Вот она щучка жарится, и с картошечкой мы сейчас ее будем трескать. О, хорошие белые филюшечки. Это, ребята, дом не кухры-мухры. Это мучение.
замерзание и страта денег не забудь. Это обязательно. Рыбалка никогда не купается. Да. Это 100%. Ладно. Друзья, нет ничего лучше, чем после рыбалки приехать на дачу, приготовить щуку, которую ты поймал, попариться в бане и посидеть немножко с друзьями выпить. Вот, беленькую. Беленькую, да. Подписывайтесь на канал, если что-то понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Следующее видео будет, я надеюсь, намного интереснее. В общем, всем счастливо, до следующей рыбалки.